1984 году компания Kawasaki выпустила очень интересный мотоцикл – Kawasaki KR250. Он представлял собой копию гоночной модели, на которой пилот Kawasaki выиграл в 1981 году чемпионат мира. Обе модели приводились в движение двухтактным двухцилиндровым двигателем, который имел жидкостное охлаждение. Рабочий объем силовой установки составлял 249 кубических сантиметров. Диаметр цилиндра был равен 56 мм, а ход поршня 50,6 мм. Двигатель работал со степенью сжатия 7,4 к 1. Отличительной чертой этого двигателя является нестандартный механизм газораспределения с вращающимися клапанами, которые позволяют повысить качество и эффективность наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью. Узел расположен внутри разъемной головки цилиндров, состоящей из верхней и нижней секций, таких, что после соединения они образуют полость для вращаемого вала с установленными на нем впускными и выпускными барабанами для каждого цилиндра. В нижней половине разъемной головки имеются входные и выходные отверстия, сообщающиеся с каждым цилиндром, а в головке цилиндров выполнены впускной и выпускной каналы, сообщающиеся с полостями барабанов в разъемной головке цилиндров. Имеются также резервуарные полости, размещенные рядом с впускным и выпускным барабанами. Выпускной барабан подается с обеих его сторон топливно-воздушная смесь. От обеих сторон выпускного барабана осуществляется удаление выхлопных газов из цилиндра. Благодаря такой конструкции в общем удалось получить 45 лошадиных сил максимальной мощности, которые снимались на частоте вращения 10 тысяч оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент достигался на 8 тысячах и составлял 36 ньютон-метров. Двигатель был оборудован двумя 28-мм карбюраторами Keihe. Kawasaki KR250 легко разгонялся до заявленной максимальной скорости 180 км в час, а четверть мили преодолевал за 13,6 секунды. Развивая при этом скорость в 153 км в час. Подвеска мотоцикла представлена передней телескопической пневматической вилкой с 35-мм перьями. Она имела три варианта регулировки и антиклевковую систему. Сзади расположился регулируемый моноамортизатор. Мотоцикл имел шестиступенчатую коробку передач и цепной привод. Сухая масса составляла 133 кг. За торможение отвечали два 260-мм диска с однопоршневыми суппортами спереди и один 180-мм диск сзади. Зрение управляемости и устойчивости KR250 был неплох. Подвеска хорошо отрабатывала небольшие неровности, но довольно нервно реагировала на крупные. Серьезным минусом была развесовка мотоцикла со смещением назад.
Передняя часть КР-250 при ускорении разгружалась, что пагубно сказывалось на управлении при выходе из поворота. Kawasaki KR-250 производился до 1986 года, после чего его сменил Kawasaki KR-1, выпуск о котором был ранее, ссылку я оставлю в описании.